Почему все сейчас говорят о социально значимых проектах? Потому что, ну, вы, наверное, слышали, что тренд и такое вообще в наше поколение, оно, и молодые люди, они хотят идти на работу, но не просто идти на работу, а делать что-то полезное, и именно осознавать, что они делают что-то полезное, и делают мир круче, лучше, получают какие-то за это бонусы, и наша среда изменяется к лучшему, город цветет и пахнет, улицы становятся красивее и так далее. Вот, и правда это будет, ну, то есть все больше трендов, все больше нарастать, и все компании будут стремиться к тому, чтобы делать не только бизнес-проекты, а еще каким-то образом влиять на то, что нас окружает, да. Сейчас уже очень многие компании, ну, по крайней мере, в Америке, я думаю, скоро до нас дойдет, делают то, что вот когда, например, дизайн-бюро, и половину времени они посвящают проектам, которые зарабатывают большие деньги, а вторую половину времени они посвящают проектам, которые сами придумали, и им самим интересно делать. Почему так? Это просто интересно, это интересные вызовы, это интересные опыты. И если сам придумал и сам делаешь проект, это всегда, ну, согласитесь, приятнее, чем когда вам говорят, типа, вот тут нарисуй красный бантик, а потом сделай его побольше, а потом налепи логотип, а потом все-таки перекрась его там в синий, да, и так далее. Как у нас бывает. Это про то, что, в принципе, дизайнеры, архитекторы, фотографы, просто люди, как бы, которые хотят чем-то заниматься, они всегда могут найти себе, придумать себе деляночку и делать ее. Значит, почему дизайн? Потому что очень часто так бывает, что есть классные люди, которые делают классные штуки. Вот, например, экологи. Они вроде делают хорошие проекты, вот, или там какой-нибудь сайт, который правда помогает там, сделать город лучше там, и объясняет что-то. Но они делают такой страшный сайт, что все и такой неудобный, что все просто закрывают и как бы и уходят оттуда через 2 секунды. Вот, соответственно, никакого лучшего мира у нас не предвидится. Я как-то ввязалась в такую компанию, когда ребята пробовали популяризировать альтернативную гражданскую службу. И, кстати, благодаря им вот сейчас там рассматривался закон и был принят по АГС, когда ребята, которые, ну, по каким-то своим причинам не хотят служить в армии, например, по религиозным, они могут пойти и работать, например, в больнице или в детском саду и так далее. Вот, все равно у нас как-то это пока еще, так скажем, до наших чиновников не дошло, но что нам удалось сделать, это донести эту идею молодежи и получить какой-то пул людей, которые хотят служить альтернативно, да, и в том числе очень во многом благодаря сайту, на котором собирается информация, и сайт, может быть, я потом покажу, он был очень веселый, то есть сначала до меня версию сделали очень такую стандартную, но потом мы решили переделать, там была и прыгающая корова, и какие-то веселые иллюстрации, и туда просто было прикольно заходить, а потом еще все, это была такая цеплялочка, а потом все такие, о, да, альтернативно, интересно, почитаем, и как бы это срабатывало, то есть дизайн очень часто срабатывает как цеплялка для каких-то очень классных штук, и вы можете этому помочь. Я тут перечислила плюсы и минусы, вот тут в 2 колоночки, ну, из тех, которые сразу вспоминаются, да, почему классно делать и ввязываться в такие социальные проекты, или полусоциальные проекты, вот, кроме вот этого абстрактного делать мир лучше, это огромный для вас опыт, то есть это опыт, который вы можете получить, не работая где-то, не работая уже как там, на фулл-тайм в рекламном агентстве или так далее. Вот, это опыт, который вы идете в организацию, говорите, я могу, а всегда нужны руки, и поэтому как бы, вас берут, и вы делаете. То есть у вас уже есть реальные проекты. Потому что, согласитесь, когда вы учитесь дизайну в университете или в колледже, самая большая проблема в том, что у вас нет реальных проектов, и часто вы либо вынуждены сами их себе придумывать, а это все-таки не то, вот, либо как-то выкручиваться, и, в общем, реальный проект — это всегда классно, потому что реальный опыт работы, он очень сильно отличается от учебных проектов. Также очень многие делают такие проекты для собственного пиара, прости, и publicity, ну, то есть,
если вы сделали что-то классное, об этом написали в СМИ, об этом узнали люди, и, соответственно, все плюшки и все бонусы вам. Ну, то есть вы как бы вроде, может, и нигде и не работаете, но вот ваша ценность на рынке сразу очень сильно возрастает, потому что о вас говорят, и уже вы рассматриваетесь как специалист. А если вы еще не будете говорить, что вы студент, то вообще будете рассматриваться. Это такой чит. Не говорите никому, что вы студент такого-то вуза, а просто типа дизайнер такой-то сделал что-то. Дальше, знакомство, потому что в процессе вы знакомитесь с кучей людей, которые делают разные штуки, и вообще знакомство это... Ну, вы знаете, у нас все как ни крути через знакомства. Ну, не в плохом смысле, а в хорошем, потому что если кто-то вас знает, то он, скорее всего, вас пригласит в следующий проект, если вы хорошо сделали работу или просто кому-то посоветует. Ну, это как бы так работает, и это нормально. Иногда есть шанс путешествовать, возможно, по Беларуси, возможно, в другие страны, все зависит от проектов, но тоже как бы это может быть и обучение. Вот я как-то делала проект, о котором потом расскажу, и для консультации у меня была возможность, например, съездить проконсультироваться к шведскому дизайнеру в Стокгольм, который делал то, что я вообще никогда в жизни не делала, вот он мне помог. Всякие эксперименты, на которые, если вы работаете где-то у вашего начальства, просто кишка тонка. И, ну, конечно же, моральное удовлетворение от проекта, тем более, если вы сами его придумали. Вот, оно огромное. Я написала меньше денег, очень часто это вообще без денег, конечно, бывает. Вот, но все зависит. Возможно, находится спонсор, и тогда вы работаете не бесплатно. Вот. Страна, в которой мы живем, потому что, ну, у нас есть проблемы, вы знаете, что нам любят ставить палки в колеса там, где мы не ожидаем. Вот. Ну и такие проекты съедают вообще в свободное время очень сильно. Ну, то есть будьте готовы, что у вас его может потом и не остаться на какое-то время. Вот, но самое главное, это возможность сделать все как хочется, потому что как раз именно эти проекты показывают ваш весь креатив, вот, либо наоборот показывают ваши все минусы и чего вы не можете. Вот, но поскольку вы делали это, например, на общественных началах, либо экспериментировали, то как бы вам может все сойти с рук. Вот, поэтому всегда нужно пробовать. Что дальше? И как подобраться к проекту? Проект может быть совершенно разный, то есть сейчас мы говорим о всем, чем угодно. Ну, в принципе, любой проект, и любой проект в агентстве, и любой проект, для которого вы делаете дизайн, подходит. То есть это может быть хоть дизайн интерьера, хоть фотография, хоть, там, не знаю, верстка книги, все что угодно. И как бы самое главное, важно определить, над чем мы работаем, вот, и лучше это сделать в одно предложение, потому что очень часто спрашиваешь у человека, типа, ну так, а что ты делаешь? Он такой, ну я делаю такой проект, который будет делать вот это, но потом вот это, но на самом деле вот это вот не так, а будет работать по-другому, но это еще запустится через полгода, но мы еще посмотрим, и ты такой, так, ну так что в итоге, что ты делаешь? Поскольку человек сам не понимает, у него каша в голове, и он на самом деле не знает, что он делает. То есть, что я имею в виду? То есть, 34 магнет. Я для себя характеризую как мультимедиа-жена для активных молодых белорусов. Именно так. То есть, все, что дальше идет, все второстепенное. Это позволяет просто избежать каких-то спорных моментов, ну, то есть, если, когда у меня что-то, что я не знаю, как сделать, я всегда вспоминаю, так, что же мы делаем и для чего, и так далее, и сразу все становится понятно, как сделать дальше. Наш проект 34 Travel By, это, ну, мы сформулировали как интернет-журнал о новой культуре путешествий. Ну, тут, конечно, вопросы, что такое новая культура путешествий, где старые и так далее, но когда мы тестировали людей, они, в принципе, понимали, о чем речь, и звучит красиво, мы решили оставить.
Я делала интерьер кафе Энцо в Минске и для себя сформулировала, то есть они сформулировали это как стейки и бургеры, для меня это стейки и бургеры на Октябрьской, потому что Октябрьская в Минске, если вы были, это такая очень важная для города улица, когда, наверное, лет 10 назад, 15, все мечтали, чтобы она стала такая классная, она такая похожа на Бруклин, и со старыми фабриками, заводами, цехами, и теперь она вся разграфичена, конечно же, там в основном офисы либо стартапов, либо креативных агентств, ну вот наш офис тоже там находится, вот, поэтому на Октябрьской это такое важное уточнение. Проект Books from Belarus, это был... Я сформулировала для себя так, как новый Belit на экспорт, это был проект, о котором я еще потом расскажу. Дизайн для франкфуртской и лейпцигской книжной ярмарок, то есть дизайн белорусского стенда, как все выглядело, как выглядело так, чтобы все пришли и купили права, и узнали, что у нас есть Алексеевич, и узнали, что у нас есть Орлов и так далее. Да? Вот, и да, вот как раз Мартиновича купили права на этой выставке. Как надо было зацепить людей, чтобы они пришли на этот стенд и узнали, что вообще белорусская литература существует, потому что до этого были только, ну, такие официальные стенды, на которые никто не ходил, вы знаете, вот со всеми этими странными большими книгами ни о чем на белорусской мове или на русском языке, которые как бы, ну, никак никому ничего не скажут англоязычным ребятам. Вот, у нас была еще такая коллекция LSTR, это бренд одежды, которую streetwear такое шьют в Минске, ребята, мы сделали с ними коллекцию, вот сейчас делаем вторую коллекцию, и для себя обозначила это как дерзкая стрит-одежда локального производства, ну, то есть везде здесь важно каждое слово, то есть если выкинешь, уже немножко как бы теряется смысл. И старайтесь для себя также определять свои проекты. То есть вы делаете дизайн журнала для, не знаю, для кого? Для Витеблян, там, Витебский Ситидог, например, да? Или еще что-то. Вы делаете интерьер, пусть это будет даже квартира, но для кого и почему вы делаете? Где это? Это всегда очень важно. Для кого это вообще такой очень-очень важный вопрос, потому что очень часто люди говорят, что они знают, что им нужно сделать, но не знаю, ну типа вот красивенько, сделайте нам, пожалуйста, дизайн флаера красивенько. А ты такой, ага, а флаер, а где будет раздаваться, что, для кого, что это за мероприятие? Не, ну сделай, ну вот тут потом разберемся, там все нормально будет, все хорошо. Вот, и если вы не зададите себе этот вопрос, либо вашему заказчику, то будет все, ну как бы, может получиться и ок, может быть, вас и пронесет, но, скорее всего, это такое что-то сферический дизайн в вакууме. Всегда дизайн, он на кого-то направлен и преследует какие-то цели. Соответственно, а всем понравится невозможно, потому что чем больше вы пытаетесь всем понравиться, вы, наверное, знаете, много смотрели вот этих сервисов, которые огромные, типа Яндекса, Гугла там, и так далее, там засунуто все, ну, то есть для всех, но найти ничего невозможно. То есть классно, если вы привыкли просто тыкать в определенной последовательности, тогда вы что-то там нашли. Я, например, в Google Analytics разобраться до сих пор не могу. Ну, то есть я иногда случайно попадаю на то, что мне надо, а потом могу полгода никак не найти нужную вкладку. Именно потому, что там столько инструментов, что и они так неудобно спрятаны, потому что команда хотела сделать все-все-все для всех, а в итоге получается ни для кого. То есть дальше либо персонализация, либо, ну, тут уж надо очень быть гениями в юзабилити, чтобы сделать круто. Вот, то есть они стараются, но понимают, что это, в принципе, невозможно. Поэтому вам нужно четко выделить целевую группу, так сказать, или несколько, это может быть. Для каждого продукта, который вы делаете. Я иногда веду лекции как раз по
вебу и по тому, как проектируют сайты, и это тоже очень важно как раз для этого. Да, в принципе, для всего. Какая ваша аудитория? Какого она возраста? Это дети? Или это подростки? Или это молодежь? Или это люди, которым там 50+, там, и так далее, да? Определите это обязательно. Без этого вы не сможете дальше. Это может быть несколько целевых аудиторий, и тогда тоже это может быть интересный случай. Например, для 34 на данный момент мы определяем для себя, что это от 25 до 35 наша основная аудитория. То есть мы на них ориентируемся. Это даже уже не студенты. Ну, понятно, что у нас и студенты есть, понятно, что есть и люди 40+, которые нас читают, но основная масса, и у нас по статистике так получается, вот, и мы бы, наверное, так хотели, это 25-35, и, собственно, мы, наверное, все плюс-минус того же возраста в команде, поэтому для нас это важно, чувствовать просто свою аудиторию. Вот. Какая она там... По гендеру, может быть, в 34 у нас это ровно половина на половину, половина мужчин, половина женщин, так получилось по статистике, уже очень долгое время у нас это получается, я не знаю как, иногда там 47-53, что-то такое по статистике получается, но все равно цифра всегда пляшет около 50 на 50, это достаточно приятно, и если она куда-то выплясывает за границы нами дозволено, мы думаем, что, наверное, надо что-то делать с этим, и, соответственно, больше сделать материалов там в одну или в другую сторону. Хотя почему-то очень многие люди думают, что у нас такой прям пацанский журнал, и что у нас там все для пацанов, типа. Но вот на самом деле это не так. Какие у вашей аудитории увлечения? Ну, вообще, ну, то есть, может быть, там окажется, что повально все еще, кроме того, что они занимаются там, в сфере вашего проекта, они, может, еще все любят ловить рыбу, как окажется, там, или еще что-нибудь. Или это, не знаю, молодые мамы, у них тоже там много увлечений, потому что, ну, вы знаете, там, значит, когда у мамы декретный отпуск, и ей просто скучно сидеть с ребенком, и она везде ходит, ну, то есть на все мероприятия она учится варить кофе, она учится вышивать, она учится маркетингу и так далее, ну, то есть все-все-все, да, и это тоже интересная характеристика аудитории. Какое основное занятие у этого человека? Это студент, или он работает, сколько он работает, может быть, он фрилансер, когда он на работе, это тоже важно, потому что особенно если у вас проект связан с интернетом, вот, то очень часто важно время, когда человек присутствует в интернете. То есть вот на тревеле была очень интересная у нас статистика, что почему-то каждый день в 22:00, ну и начинался такой рост, мужчины приходили на тревел и читали новости. Такие, ну вот интересно, ну вот почему, никто не может сказать почему, но как бы 22:00 стало для нас такой интересной цифрой, когда нужно присутствовать в интернете и, возможно, постить новости в это время. Где живет? Большой город, маленький город, приехал откуда-то и так далее. Какие у него условия для жизни? Что вообще любит? Чем любит заниматься? Что делать в свободное время, что он читает и смотрит, какие фильмы, потому что это очень сильно влияет на эстетику. Вот. Либо люди любят арт-хаус, либо смотрят только боевики, и это уже разное. Какой доход, потому что тогда вы можете предложить ему за что-то заплатить, наверное, если у него есть лишние деньги свободные. Состав семьи и так далее. Да? И еще очень классно сделать вообще для себя такие, можно в интернете найти, можно сфотографировать, вдруг окажется, что это ваш друг, например, очень вероятно, вот, например, долгое время, когда я делала дизайн 3-4, я вот прям реально представляла своего друга, который, правда, живет в Вильнюсе, но вот как бы по мне он отвечал всем этим характеристикам, которые мы задали.
Вот, найдите фотографии и напишите имя. Вот это баба Валя, она то-то. Это тетя Лена, она то-то. И если есть конкретный человек, то можете еще взять у него интервью и пораспрашивать. Но, в принципе, вот это вот все описание может быть понятно только вам, либо может быть очень аморфным, потому что в случае с интерьерами, например, кафе и так далее, все не так просто, потому что доходят как бы все, ну, условно, не все, но очень большое количество людей, и тогда вам нужно как-то по-другому делать вот это описание, да, и, возможно, оно будет понятно только вам, но он должен быть достаточно четким. И вот когда я делала интерьер кафе Энза, у меня была установка, ну, понятно, что это октябрьское и все такое, но у меня была установка на то, что интерьер должен быть именно таким, в который может зайти Ноэль Геллахер и как бы там остаться. Ну, то есть ему там будет комфортно. Ну, вы знаете, это солист бывшей группы Oasis. И для меня это срабатывало. Каждый раз я, ну, даже выбирая ламинат, как бы, ну, нормально, да. Вот, и для меня это реально работало. Главное, чтобы работало для вас, соответственно. Идея. Конечно же, нужно четко сформулировать идею, и что вы хотите сказать, и чем вы вообще уникальны, и чем уникален ваш продукт, то, что вы делаете, и, может быть, вам даже получится уникальность это найти, не знаю, изобрести. И, ну, всегда думайте на этот счет, как можно повернуть под таким углом, как еще, ну, никто не делал. Может быть, никто, я не имею в виду там вообще никто в мире, но, условно говоря, в вашем конкретном городе или там... Те ребята, которые пытались такое сделать, они сделали совершенно в другом стиле, а вы сделаете вот так. Ну и для примера, в чем я формулировала уникальность тех проектов, о которых рассказывала, да? В 34 мы стараемся подавать информацию либо о которой никто почему-то не писал до этого, и которая нам интересна, и мы хотим, чтобы люди об этом узнали. Вот, либо это информация, которая подана с какой-то интересной точки зрения, как-то вот интересно вывернута, тема интересно вывернута, так что это интересно читать, и так бы не написал тут бай, не знаю. Вот, в 34 Travel мы решили писать так материалы, как будто бы вот ты рассказываешь другу что-то, вот у нас много... гайдов по городам, например, и все началось, весь travel начался с гайдов по городам, когда-то я поехала в Стокгольм и оказалась там какое-то долгое время, и многие друзья, которые собирались ехать в Стокгольм, спрашивали, так куда же сходить? И я такая, ладно, я напишу гайд, и написала, что лучше тусоваться там-то и там-то, сходите в южную часть города и на остров Содер, вот здесь сходите сюда, выпейте кофе здесь и так далее. Вот, но это те места, которые бы я точно советовала своим друзьям, и это не так, как пишут, не знаю, что там, National Geographic, Traveler, там, Condonas Traveler, да, и так далее, что вот здесь лакшери отель, вы можете насладиться спа, ну, как обычно, и ты читаешь, такой, боже, это как бы, это не про меня, ребята, я тут, мне бы бар какой-нибудь, пиво дорогое в Стокгольме, так что где самое дешевое пиво, вот, пожалуйста, скажите мне, вот, а когда ты читаешь про все эти шикарные рестораны, ну, как бы, окей, но как бы это все, вы понимаете, что это далеко от вас, настолько, что вам даже проще об этом не думать. Вот, 3-4 Travel как раз вырос из того, из рассказов друзьям. И, ну, и дальше дополнялся материалами, которые просто также интересны. Вот, потом к нам начали поступать вопросы, типа, а как, вы говорите Ryanair, а как это, что это такое, как купить билет вообще? Мы такие, ну ладно, напишем, как купить билет, и почему это дешево. Потом там, я не знаю, я съездила в Берлин за 18 евро, так, надо написать об этом, как же доехать до Берлина за 18 евро и назад. Так что, если кому-то интересно,
такая реклама. Вот. И, конечно, допишут наши друзья, соответственно, о всем том опыте, который они пережили. А Books from Belarus — это про то, что Белит существует. Вот, потому что, когда, вы представляете, огромная ярмарка во Франкфурте, это, ну, она просто огромная, это такой 1000 Белэкспо, и много-много стендов с книжками, и на 5-м стенде вы уже устаете. Вы как бы, даже если вы издатель, вам все неинтересно, вы проходите дальше, соответственно, а мы тут еще хотим рассказать, что Белит существует, а у них там контракты большие, им вообще, ну, то есть не до этого. Соответственно, единственное, чем можно зацепить, это визуалом. Визуалом и какой-то атмосферой. И вообще атмосфера всегда цепляет, ну, то есть создавать атмосферу, даже флайером можно создать какую-то атмосферу, да, ну, то есть вы пытаетесь ее создать. Вот, всегда нужно ее создавать, и когда человек немножко чувствует себя причастным к этой атмосфере, либо там ему не хватает какой-то чистоты, и он заходит на ваш стенд и такой вот, да, и он там остается на какое-то время, и это ваш шанс, ну, как бы упустите вы его или не упустите, это уже как бы от вас зависит. Дальше проект наш Celestair, ну, я бы охарактеризовала как дерзкий месседж в повседневность. И про то, что локальная одежда, она может быть классной, стильной, хорошо пошитой, потому что ребята шьют такую одежду, которую, ну, в интернете смотришь, ну, окей, мальчик и мальчика, когда начинаешь осматривать ее, особенно когда вживую, ты видишь все эти аккуратно пришитые лейбочки, ты видишь хорошую ткань, действительно хлопок, который классный, который там не вот этот вот китайский, который скоро развалится и там дырочки поедут, да. И это очень важно, то, что это еще шьют в Минске, для нас это было такое прям поехать на производство, посмотреть, как женщины строчат на машиночках все это, вот, как ребята стараются и печатают это все, Foxbud Print, ну, то есть совместные усилия могут дать какие-то такие интересные плоды. У нас были, я тоже потом покажу, майки с принтами и свитшоты. Вот, сейчас еще расширим коллекцию, так что если вы будете летом чего-то обновлять гардеробчик, тоже можете себе что-то присмотреть. Вот, но поскольку у нас 34 и весь такой стиль в основном черно-белый, либо серый, вот, то все будет, конечно, такое дерзкое и дарк. Першак. Першак — это наше онлайн-издательство, мультилейбл, на котором мы издаем музыку и книги. Ну, мне на самом деле очень нравится название Першак, потому что оно такое прям близкое многим, так скажем, и имеет несколько смыслов. И мы там публикуем только эксклюзив, и в основном первыми, либо, то есть релиз у нас уходит либо обычно только у нас, либо еще это может быть, как, например, у нас выходили некоторые альбомы совместно с Россией, то есть на афише российской выходит, и у нас на 34, в одно и то же время. Ну, то есть, поэтому можно сказать, что мы тоже, как бы, как всегда, первые. И, ну, для примера еще я... Limited Edition сюда засунула, это был наш спецпроект о жизни людей с ограниченными возможностями, но вы знаете, что у нас все пишут там, о, инвалиды, их так жалко. В итоге ничего кроме жалости после прочтенного материала в вас не остается. А это как бы те же люди, ну, то есть они же как бы, у них те же чувства, они, ну, такие же, как все остальные, ничем не отличаются, и можно о том, что они делают и как живут, говорить просто открыто, об их проблемах, об их радостях, об их достижениях, исследования. Ну, наверное, вы всегда, когда приступаете к какому-то заданию, проекту, проводите исследования. Что же, ну, хотя бы просто банальный серф в интернете, что же у нас там есть, что уже сделали люди на этот счет, что уже делали в вашем университете по этому проекту, да, по этому заданию, и всегда информация, это очень важно, важно ей обладать, потому что тогда вы просто не сделаете того же самого, у вас есть шанс избежать ошибок предыдущих, тех, кто пытались, вот, и сделать, конечно же, круче всех, вот, или хотя бы не повторяться.
И тут я обозначила кое-какие пункты, которые, как бы, на которые важно просто обратить внимание. Что делают обычно и почему делают именно так. И вы знаете, очень часто оказывается, с одной стороны, что делают обычно именно так, но вот если, знаете, вот в коллективы приходит, когда молодой специалист, и он всегда начинает задавать вопрос, а почему вы сделали так, а почему так, а почему вы сделали не вот так, и все ему говорят, ой, ну ты молодой, ничего не знаешь, иди, сиди, разбирайся, и так далее. И с одной стороны, да, очень часто молодость, неопытность, и ты спрашиваешь, но как бы важно, чтобы тебе отвечали. С другой стороны, очень часто именно такие молодые специалисты находят какие-то такие пути решения, которые никто просто не видел, потому что у всех уже глаз замылен. Соответственно, нужно понять, что делают обычно, почему, и, возможно, в этом есть минусы. Ну, то есть, скорее всего, в этом есть минусы, и можно что-то улучшить. Что из того, что делают обычно, может подойти вам, потому что вы вполне можете что-то взять, а что можно взять вообще из других сфер. И важно еще узнавать, что аудитория ждет от вашего проекта. Можно даже спросить конкретного человека, что вы можете привнести новое, можете ли. Потому что иногда вас просто просят, а сделай вот все таким же зеленым, вот тебе логотип, и вот напиши вот это слово. А ты такой, ну, а может все-таки поменяем зеленый, потому что этот какой-то кривенький зеленый, а не аппетитный, например. И вообще не того оттенка и так далее, ну вы понимаете. Вы можете задавать какие-то вопросы и что-то менять хотя бы постепенно. Вот. А можете все радикально принести новые концепции, ну так, чтобы не получилось, как там, вы знаете, мем, как дизайнер делал объявление о том, что ищут котика, не знаете? Наверное, кто-нибудь видел, когда котика искали, но дизайнер то, не знаю, одного котика, но без информации, то еще что-то делал. Ну, то есть, как бы, нужно все-таки учитывать, да, что для вас основное. И очень важно воссоздавать атмосферу, то есть так, чтобы человек просто захотел там быть. Помня о том, что если разная атмосфера нравится разным людям. Вот я вчера, например, оказалось, выяснила, что есть в Минске две кофейни «Зерно», может быть, кто-нибудь был в них. Вот одна на проспекте находится, вторая чуть, ну, они приблизительно рядом находятся, в минутах 10 ходьбы друг от друга. Первое «Зерно» открылось, и потом открылось второе «Зерно», но там потолки были чуть выше, чуть-чуть другой дизайн, кофе такой же хороший, но почему-то я хожу во второе «Зерно», а некоторым моим друзьям, вот как выяснилось, нравится первое, вот, непонятно почему, вот, но это тоже интересно было бы узнать, я все-таки до этого докопаюсь, наверное, вот, почему кому-то нравится одно, а кому-то другое. Соответственно, если вы хотите захватить молодую аудиторию просто, это одно, если вы хотите захватить молодую и модную аудиторию, это совершенно другое, вы должны цеплять больше и визуалом, и тренди шрифтами, и так далее. Если вы хотите показать, что вы работали в университете и подать работу, то вам надо зацепить вашего преподавателя или кого там, да, кому надо показать работу, и там вообще совершенно другие критерии могут быть, потому что я знаю, очень многие сдают свои работы преподавателю, а потом преподаватель оценивает не с точки зрения вот всего того, что я рассказывала, а с точки зрения того, что мне не нравится этот оттенок, убери, вообще мне он просто не нравится. Вот, это такая начинается вкусовщина, соответственно, вы должны это знать, и чтобы хорошо сдать какой-то предмет, вы должны помнить о том, что кто-то не любит какой-то цвет, шрифт и так далее. Я признаю, что за мной грешок такой тоже есть, например, у нас 34, мы стараемся обходиться в основном без оранжевого, потому что я не очень люблю этот цвет, и без сепии на фотографиях, ну, то есть у меня есть таких два «но». Понятное дело, что бывают исключения, но я такое говорю своим дизайнерам. Нужно предусмотреть, какие могут быть трудности всего вот этого проекта и реализации ваших идей, потому что напридумывать-то вы себе можете, конечно, горы, вот, а реализовать можете, не знаю, может, у вас есть только черно-белая печать и
50 листов А4. И все. И вы тут крутитесь, как хотите, но ничего вы, никакого неона и золотой печати, и все такого вам не будет. И вообще дизайнеры очень много и часто говорят об ограничениях. По мне, ограничения — это как раз то, что делает работу дизайнера интересной. Ну, то есть, как бы, как малыми средствами или большими средствами разные задачи бывают сделать задачу. Потому что все хотят, конечно же, экономить. Это нормально. Все хотят экономить как деньги, так и время. Это тоже нормально, и поэтому, если вы скажете, что я хочу сделать очень дорогую золотую печать, печатать будем только в Финляндии на такой-то бумаге, да, это будет дорого, но очень красиво, в итоге у вас получится напечатать 3 экземпляра книги, и в итоге ее никто не прочтет, ну окей, может быть, в этом и был смысл. Но, может быть, вы эту книгу хотите подарить послу какого-то государства для того, чтобы у вас получился с ним какой-то проект, а это уже другое. То есть всегда нужно расценивать, что вы хотите достичь и какие могут быть трудности, и, может быть, посол этого государства стоит того, чтобы съездить в Финляндию и напечатать эту книгу на прекрасной бумаге. Что для меня важно в проекте и принципиальные детали? Это такая штука, для каждого она своя. Потому что вы четко осознаете, что вот это то, что я придумал, и я этим не поступлюсь, потому что это такие столпы моей идеи. Например, когда делали кафе Энза, это было в здании старой фабрики, и, ну, кстати, там тоже вот как здесь 4 окна, и я очень просила ребят, чтобы выбили окна и сделали их дверьми. То есть так, чтобы можно было все окна открывать и выходить на улицу. Так в Минске, ну, практически нигде нету. Вот. Но это очень круто создает атмосферу. Летом, особенно когда терраса, тогда получается, что ваше помещение практически соединено с улицей. И, ну, все ощущают себя хорошо. И те люди, которые на террасе, и те люди, которые внутри, получается такое одно огромное, веселое, классное пространство. Вот. И, соответственно, больше света попадает, если он вам нужен. И для меня было принципиально, например, в проекте то, чтобы у нас были огромные окна, двери, но не так принципиален был вид стульев, например, да, ну, то есть надо было, чтобы они аккуратные, но я могу поступиться супердорогими стульями, например, для того, чтобы была IKEA, ну, окей. Это как бы второстепенно, потому что они все равно черные, потому что они все равно там как бы задуманы были стулья. Ну, ничего особенного. Ну, и очень часто вы можете определить, какие детали второстепенны. Ну, то есть, если они второстепенны, вы по ходу проекта очень часто сможете это решить, что с ними делать дальше. И еще как раз вот с интерьерами такая штука бывает, что часто вы такие, окей, сделали стены, сделали какие-то основные детали, а потом поняли, что на самом деле все эти украшательства просто не нужны, потому что и так круто смотрится. Ну, то есть вы там всего понапридумывали, но вот это вот все то, что вы понапридумали, можно вообще и как бы избежать, и не вешать. С сайтами такое часто бывает, когда все придумали для себя чуть ли не там форумы и не знаю, что там было раньше, гостевые книги и так далее. В итоге запускаете сайт без всех этих странных наворотов, он работает, люди ходят, и вы понимаете, что ну и так хорошо. Ну, вполне такое возможно. И клево сделать мудборд для себя. Слава богу, у нас сейчас есть Pinterest, который, наверное, все знают. Вот. Там, правда, одни и те же картинки у всех крутятся в ротации, и очень редко что-то попадает новое. Вот. Ну, туда можно, конечно, загружать свое. Я часто делаю мудборды для себя, чисто в фотошопе накидываю картинки, которые собираю. Очень часто, то есть у меня, например, дома есть такое прям свое хранилище данных, которое такое а-ля мудборд для себя, и в телефоне такая папочка специальная есть, я сохраняю туда картинки, фотографирую что-то, какие-то текстуры, еще что-то, чтобы потом просто не забыть, ну, использую как блокнот. Вот, это очень удобно, и вообще старайтесь по максимуму, если, вот, особенно для дизайнеров, любой визуал, вообще любой-любой вам будет полезен. Я столкнулась вот как раз в 34 с тем, что
поскольку журнал, и как бы, ну, не очень хорошо брать визуал из интернета, потому что очень часто его либо все видели, либо он настолько некачественный, не подходит, либо это стоки с этими ужасными улыбающимися людьми, так что просто хочется дать им лимон и отправить куда бы, ну, не может быть все так сладенько, и все эти рукопожать, ну, вы знаете, я думаю, про все, всю эту боль. И поэтому, а поскольку я очень много фотографировала просто, ну, то есть, когда у меня появился фотоаппарат, я была как одержимая, я фотографировала все, и друзья просто смеялись, что я не смогу ничего съесть, пока не сфотографирую. Это вообще было до Инстаграма, поэтому, как бы, все фотографии просто сохранялись у меня на винте, какие-то стены фотографии, все что угодно, и теперь эта база очень сильно меня спасает. Просто потому что, поскольку я много путешествовала, мне достаточно, я, ну, не старалась выкладывать, например, фотографии достопримечательные, но я не считала, что это важно, но я делала это на всякий случай, то есть фотография там Софийского собора там, или еще что-нибудь там у меня лежала просто потому что мало ли что, ну, то есть я делала фотографию, я ее не постила, но мало ли что, и мало ли мне это понадобится когда-нибудь в дизайне и обработать, и, соответственно, я уже начала подходить ко всему с... с точки зрения дизайна и фотографировать еще с такими ракурсами, чтобы с этим точно можно было что-нибудь сделать, чтобы избежать попадания деревьев, например, на эту фотографию, так, ну, вы понимаете, чтобы свет был хорошим, чтобы там все детальки были видны. И как-то это вошло в привычку, я бы сказала, что это, ну, очень хорошо у себя иметь такую привычку. Вот, или для дизайнеров интерьера это всегда, вот, вы знаете, наверное, так, из чего оно тут сделано, ага, плиточка тут, угу, а где купили, а что как, и вот это вот все вечное строительское, дизайнерское, когда ты простукиваешь все стены в желании понять, какой где материал, это очень классно. Вот, фотографируйте, делайте для себя мудборды, собирайте это в какие-то папки. Это можно никому не показывать, не обязательно вывешивать на Пинтересте. Ну вот многие марки, например, делают одежды, прям свои мудборды вот для новой коллекции. Мы вот вдохновлялись вот этими картинками там, и так далее. Но они обычно вывешивают это после того, как они сделали. Ну то есть если вы как бы делаете до, иногда это такое заспойлерите и может это сделать до вас. Так что... можете вполне никому не показывать, но главное, чтобы оно все у вас было перед глазами. Почему перед глазами? Потому что люди-визуальщики, они, чтобы мозг работает так, чтобы создать что-то, нужно увидеть до этого очень много, влить в себя, и только после этого ваш мозг сам выдаст картинку, которая нужна. То есть если вы ничего не увидели, вы сидите в черной коробке, вы ничего не придумаете, просто потому что идеи по-другому не будут синтезироваться. Соответственно, максимально нужно смотреть все, что можно, в любые книжки с картинками, неважно какими, все что угодно, посмотрите вот так вот по сторонам, где чего. Скорее всего, вы на домах найдете очень много неожиданных элементов, которые вы вообще никогда не замечали. Вот, смотря под ноги, ну, конечно, смотрите под ноги, потому что можно куда-то там вступить, это тоже не очень хорошо, вот, но идея, я думаю, ясна. Сроки важны, потому что очень многие люди, особенно знают творческие, просто с дедлайнами работают лучше, и если вы их никогда себе не поставите, то вы никогда и не сделаете этот проект, особенно если это касается не учебы, а реальных проектов, особенно если вы сами этот проект придумали. Придумайте какие-то конечные цели этапов, в смысле, конечные даты каждого этапа, там, типа, к понедельнику я сделаю вот это. И скажите еще кому-нибудь это, типа, Маша, помнишь, к понедельнику ты меня спроси, вот сделала ли я это, да? Очень классно написать в соцсетях про то, что вот, типа, на следующей неделе ждите от меня такого-то поста в блог, там, да, или еще чего-нибудь. И тогда, возможно, все-таки сработает.